Внимание! Данное видео содержит нецензурную брань. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Ух, вот так вот. Доброе время суток, друзья! Всем привет, с вами, как всегда, Дэн. И сегодня у нас будет прохождение игрушки под названием Defiance, или как ее там... Срать вообще. Значит, мы вот тут остановились. По-моему, тут остановились. Она меня зачастую кидает, бог знает куда. Я не знаю, что там за красная фигня, и я предлагаю сейчас же выяснить, что это за красное поебень вон там. Давайте вызовем транспорт. Давайте. Что у нас тут? Давай. Ну, мне просто было... Давайте посмотрим, что это такое. Это что у нас тут? Вау, what the fuck, motherfucker. Вау, давайте от... Я не знаю, что это было сейчас. Вау. А что тут такое вообще? Что это за херня? Вау, what the fuck. Меня чуть не уебало нахуй. Давай, 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 давай. Че за хуй? О, чувак есть какой-то. А, ну это, короче, такое, понятно. Давайте дальше. Значит, нам надо взять тут. Давайте я возьму, знаете, что я возьму? Снайпу. Снайперская винтовка. По-моему, вот это у меня максимальный урон дает. Вот это да. Ну-ну-ну-ну-ну. Блять, ну чё за хуйня? Я бы так запрыгнул туда. Так, ну чё, затащим, затащим, батька ща тут, и батька ща затащит. Я не знаю, по сути, 19 минут тут надо, по-моему, отбиваться от этой херотени. Значит, нам надо вот тут что-то... Воу, а ты кто такой? Иди сюда, ну. Ладно. Ух ты, бля. А у чувака, по-моему, пушка получше, чем у меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, изи, изи, гайз. Я пока потрошки собираю, потому что это полезная херня такая. Воу, чё ты за хуйня такая? Воу, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Воу, what the fuck, пошли нахуй, ёбаный в рот, сука. А, вон, смотрите, там надо вот сюда вот стрелять. Не, не сюда. Я ошибся. Куда ты делась? Вау, нихуя себе. Со спины, блядь. Воу, иди на. Ну чё, чё, чё? Жёстко, жёстко. Пошел нахуй. Тут, конечно, в канале еще та происходит. Интересно, если я ядовитой хуйней буду палить, а ну, как-то...
Поможет, нет? Что ты, блядь, делаешь? Выкуси, падла. Так, ну давайте посмотрим. У меня есть получше пушка. 215. А это сколько? 196, у него 215. Ну это снайперская винтовка, понятно. Вот тут 300... 208. Ну да, по-моему, у этой пушечки как-то побольше урона идет. Она побольше урона наносит. Да, вы посмотрите, сколько я ништяков-то собрал. Ого. Шикарно, шикарно. Это таки кошерно. Окей. Сколько это говно? Бля, ну тут и прицел. А у меня получается две снайперские винтовки. Классно. Так, ну, у меня вот это наносит сколько урона? Вот это у меня наносит урона больше, значит. Это я поменяю на... О, у меня есть дробовик. 275. Чем могу использовать у нас тут? Ага. А как тут невидимость-то включать? Я не совсем знаю тут систему эту. Ну, полезная модификация. А, вы получите меньше урона сзади. А, ну, короче, ладно. Так, понял, что это такое? Ну, это щилд. Ага, 1400, тут 1053. Ага. А я не знаю, что это значит вообще, что она дает. Получается 75% этого. Секунду перезарядка. Я понял. По сути, одно и то же все. В общем. Тоже ничего. Ну, в смысле, я немного так поисследовал. Так, а чё? А, у нас там радиация. Вот оно чё. Давайте посмотрим. Ну, интересно.
Конечно, она нас не ёбнет, зато я так посмотрел, поизучал, типа, вот эту хероту. Ничего не понял. Часов. Нихуя не понял. Ну да ладно, чего ж там. По ходу игры можно будет разобраться. Я вот такой еще значок не видел, потому мне интересно, что он значит. Это знаешь, радиация, но тут чуваки злые. Блядь, ну ты проедешь, нет? Давай, поехали, 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 поехали. Ну, пока. Там мы поучаствовали. Тут мы еще не поучаствовали. Мне интересно, что это. Давай, тут заедет. Да-да-да, давай, класс. Ну чё, давайте путешествовать, хули, блядь. Миссии, блядь. Интересно, что тут такое есть, а то, смотри, значок какой-то есть. Что он из себя представляет, я абсолютно не понимаю, так что давайте будем изучать. Я смотрю, тут какие-то игроки есть. Такие тут машины, вот, посмотри. Ух ты, вот это тоже прикольно. Да, вымри, падла. Ну ты умрешь, не? Что-то у нас удар на ближайшие дистанции, хуйня какая-то. Ну, нихуя. Ну а чё, давайте спасать ребят. Ух ты, ты откуда вылез? Ну иди нахуй. Иди нахуй, алё. Братишка, ты лишний. Вы серьезно? Давайте спасай чувака, ну. А тебя вообще посрать, да? Ну, я тебя в бошку стреляю, как бы, не? Вау, нихуя. А я не могу сесть, да? Блин, шикарно. Где такую тачку взять? Ну, я знаю, что там, типа, есть какой-то квест, что ли, ну, можно, типа, выполнить. Надо бы и себе, ребят, такую тачку купить, а то вот это вот заебешься так на квадроцикле кататься. Вау, no ammo, what the fuck? А чё у меня со щитом? Он не восстанавливается, типа? Не, убомёный, конечно, машинка шикарная. Я себе тоже такую хочу, классная штука. Вот тут разные рандомные события, в принципе, прикольно. Я тут уже не пройду. Посрать.
Да какого? Че это, блядь, было? А, вон оно чё. А, что за шня? Я не понимаю, куда миссия девается. А, ну вот мы типа в центре, да, ну и... А, ну, 160 метров, 164 метра, ну давай. Я не знаю смысл вот этого вот задания, но может тут что-то есть интересное. Вот оно у нас тут. Мне нужны патроны, братюнь. Давай, умри, падла. Вау. Вау. Time to go. Так, ну короче, у меня, походу, патрошки-то закончились на моем автомате, и мне пришлось взять что-нибудь другое. Но тут, походу, я смотрю, патроны вообще, ну, вот реально их вообще нет. Нигде нет патронов. Это обидно, это очень обидно, потому что, ну, выживать сложно стоит очень. А, это дробовик, я понял. Вау, у меня новая пушка, неплохая. You're dead, motherfucker. Ну да, конечно. Да, блядь. А чё такое? Чё, щит не восстанавливается уже? А чё за херня? У меня щит не восстанавливается, ребят. А, вот, всё, есть, готов. Ну, тут я не знаю, что тут происходит вообще, по сути. Чем-то голос напоминает Rainbow Dash. Привет, братюнь. Ну, я чё-то спас кого-то, я так и не понял, что я сделал. О, откуда вы ползёте, твари? Иди сюда. Yeah.
О, походу дробовик тут вообще не в тему. Так как вы так попадаете? Ну вы читаки, однако, ребят. Так ты что, издеваешься? Ой, это был свой. Ну давайте, бейте своего этого. Воу. Это что у нас такое вообще? Я какую-то пушку нашел, ребят. Неплохо, неплохо. Если бы я еще знал, что она дает. Давайте. Сегодня такая исследовательская серия. Исследуем мир. Патроны. Патроны, знаете, это патроны, это важная штука. Так, ну что дальше? Что это было? 400 метров. Ну погнали. Не знаю, что это красное. Давайте в красное зайдем. Что это, блядь, было? Я вообще ни хера не сделал. Ничего, нихуя не понял. Ну ладно. Понятно, щит оно сбивает так себе. Воу. Ну, дробовик неплохой, хорошая такая штука. Ну, чё такое? Ух, такая пуха! Ух ты, я тоже такую себе хочу. Воу, это чё, блядь, такое? Да, тут, конечно, жесть такая дикая происходит. Ну, давай я завалю этого чувака. Вот так, впритык. Давай. Умри. Сколько в него надо всадить, ёб твою мать. Ну давай, 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 давай. Оп. Оп. Давай, патрончики, патрончики, давай, патронься. Да,
тут, конечно, народ дохуя сейчас пришло. Ну давай. Чё? Вот так вот, сучка. Да, детка. Ну ладно, игра в принципе не сложная. Ух ты, что это такое? Чё ты такой бессмертный, братюнь? Да ты вообще вздыхать собираешься, не? Так, мне что-то писало, я видел, что... Что такое? Ты узнаешь, ладно. Ну чё, я уже кого-то завалил? Ну чё, я крут, да? Ну ладно, мимо. Нам типа эту хуету надо уничтожить или что вообще? Я не понимаю совсем. Так, а что я могу выкинуть? Ой, наверное, вот это можно выкинуть. Апгрейд. Так, а как выбросить? Окей. Окей. А что я могу сделать с этой хуетой, например? Мне надо... Брейкдаун. А, ну вот, смотрите, можно продавать просто все это. Например, у меня дохуя всякого говна, у которого мало урона. Ну, тоже можно. Я тут так, короче, посмотрел. Ну, нехило, нехило, я понял. Так, ну, у нас у этого, по-моему, урон сколько? Тут 1000. Это вообще старый автомат, который у нас тут валяется. 602. Дамаг 628 с одного выстрела. Ну, нихуя же. Так, давайте у нас тут... 275, 8000. Короче, я не знаю. Я не знаю. Ну, вот это можно удалить. Нахуй мне вот это. Ну да, можно тоже убрать. Нахер оно мне надо. Вот это вот надо взять. Вот эта вот штука, я знаю, она классная. Окей, ну давайте, что дальше? Что тут у нас дальше? Я заметил, этот дробовик, он вообще шикарен. Сам по себе он шикарен. Можно, кстати, я теперь понял, смотри, можно... Просто брать, участвовать в вот такого вот говне, да, и собирать всякие пуколки. Вследствие чего я с этих пуколок могу уже делать что-то крутое. А чё мы мочим? Кого мы мочим? Это плохие или где тут плохие? Где враги? Я не понял. Чё за херня? А, вот враги. О, чё это за шняга? Я вообще в шоке, тут такое месиво. Тут-то просто мясо, игра, конечно, жжет. Готов. Спёкся парниша.
Нихуя у чуваков тут точило, а? Живут хорошо. Не знаю, что здесь, давайте сюда тоже вступим. А что нам тут надо делать? Ну, вообще... Вау, вау, what the fuck, what the fuck, get the off me, motherfucker. Как ты так, блядь, разворачиваешься, нахуй? Отвали, сука, пшла нах, иди гуляй, сука, одуванчики, иди лесом, иди полем, ну ладно. Главное, чтобы патрона хватило. Патроны тут, сука, важная штука, конечно. Я не понимаю, естественно, что вот это творится, но думаю, ух ты, нихуя. Я убил, суку. Да ладно, буду осторожнее. Понятно, что за херня. Я сейчас, наверное, тут нахватался до хера экспишки. Но мне нужно понять, где купить тачку. Сука. Где здесь купить тачку можно? Это, походу, все, значит, нам туда, что ли? Ну, поехали дальше, потому что, по-моему, ничего особенного. Так я уже, знаете, я уже начал путаться. Давайте, наверное, продолжим в следующей серии. Здесь мы очень много уже времени потратили, как бы, ну, вступили в дохуя, как бы, боев. Ну, продолжим в следующей серии, друзья. Всем спасибо за просмотр, подписываемся, ставим лайки, как всегда. И пока-пока, играйте в хорошие игры, друзья. Пока!